Бросали все свои понтовые машины и пошли пешедравом штурмовать какую-то гору, какой-то очередной камень, конечно. А мы смеялись над человеком в тапочках.
Кто здесь? А мы вас очень ждали. Следующий предохранитель. Вот так вот. Мы добрались до базы на Кваркуше. Ой, на Канжаке. Все, я путаю. Мы сходили классно на Канжак. Нас достал мощный дождь. Теперь мы в хорошем, комфортном, уютном месте. Девочки наши готовят ужин. Наталья, как настроение? Как у вас прошел день? Супер! У вас дошли, Юля, не даже дошли, не буду спрашивать. Была, но не дошли, мы доехали. Там вот не если не бы... Доброе утро, дорогие друзья. Проснулись мы на базе КТМ. Мы видим такие чудесные виды. Сейчас мы хочется уезжать. У нас еще впереди 320 километров. Пошел всех будить. Завтракаем и отправляемся в путь.
Давай, Матвейка. Чё? Сорлинского камня, приняли решение остаться на ночлег, приготовить покушать, завтра с утра встать пораньше и собраться и двинуть дальше до Кваркуша. Кваркуш, три брата, и там уже наши края. Вот так вот, вот оттуда мы ехали, и хрен знает, куда нам еще, сколько ехать.